Магистерская программа «Корпоративные стратегии индустрии гостеприимства» реализуется на факультете гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии. В результате освоения программы выпускники магистра могут успешно и эффективно реализовывать свои знания в области управления гостиничными предприятиями. Предприятиям индустрии гостеприимства требуются магистры, обладающие современными инновационными технологиями управления на основе последних достижений в области науки управления. Гостиничный и туристический рынок динамично развивается. Индустрия гостеприимства предлагает широкий спектр возможностей для профессионального использования компетенций выпускников магистерской программы. Конкурентные преимущества программы. Индивидуальная траектория обучения магистров. Высокая квалификация профессорско-преподавательского состава, многие из которых пришли в университет из отрасли. Это применение современных технологий и технических средств обучения, включая деловые игры, практикумы, которые основаны на реальной деятельности компаний и их бизнес-процессов. Это обучение иностранным языкам в течение 2 лет и, конечно, прохождение практик и возможное трудоустройство в гостиницах, ведущих гостиничных цепях, компаниях, работающих в Москве. По завершению обучения выпускники-магистры будут обладать способностью разрабатывать стратегии развития предприятий гостинично-туристического бизнеса. Они также смогут прогнозировать и моделировать бизнес-процессы и управлять ими на предприятиях индустрии гостеприимства, а также поступить в аспирантуру, защитить диссертацию и получить степень кандидата экономических наук. Ждем вас на магистерской программе «Корпоративные стратегии индустрии гостеприимства».